вот это в воду полез? Значит, это не змея, это этот, по-моему, как его? Мне пофиг, что оно на змею. Ну вот это, кого я гонял? Мурена, блин. Хотя нет, это не мурена. Не, Сереж. Вот и зыт. О, здесь есть... Кобра? Я кобра. Сия кобра? Она это, кусается? Я бы это сегодня до не разорен. Торчит, а, видишь? Сейчас не могу найти. Очки надень. Да не, я не могу ее надеть в камере. А вот она. Сейчас ее будут убивать. Уже смотритель, который с купания, сейчас будет звонить, сейчас прибегут индейцы и будут убивать змею. Эфа. لا في الحته اللي بيمشي فيها الزبان دي بس بعد 50 متر كده في الحته الضحله دي والله سمعش لا ما اعتقدش انه تعبان سمك زي التريش اللي عندنا وكلام ده بس صغير يعني بتاع 50 سنتي ده لا ما هو ده ماشي بعد بتوع الرشة وارهو لهم ماشي سلام والله الشبكة أجيب أنا من برا сейчас ей будет кирдык. Сейчас прибежит индеец, кончит ее. Слушай, мы нигде такого не видели, да, Сережа? Вот только когда так на этих, когда ездили, и то. Да там тоже уж были эти. Ну, да, пустынная какая-то. А, ну это то пустыня, а это подводная, это они особо оторванные. Ну, говорят же, что они очень опасные. Очень ядовитые. Ядовитые. Этого только мне тут сейчас не хватало. Мало того, что у меня тошнит так. Потому что в воду сегодня не полезу. Она не одна здесь, раз она здесь есть. Извините, но... Где ты? Ку-ку. Вот она прямо вот. Там я вижу, где тут. Это... А, все. Она не уходит, старушка. Смерти ждет? Нет, этот. А, так он же вызвал, сейчас будет... Сейчас, говорю, сейчас ему будет кирдык будет. Это спряталась. Как она быстро.
Эфа. Эфа. Хабибки Эфа. Чинчикуя. Включи камеру, я тебя сейчас расслышу. Посмотри, ой! Вот это мгновенная коррекция. Спряталась.